Всем приветики. Я хотел бы вам рассказать, как не попасться на уловки мошенников. Конечно же, когда к вам кто-то добавляется в тиме, никого не нужно принимать, если вы только не знаете этого человека на самом деле. Когда к вам добавляется тот человек, которого вы знаете, там, например, ваш друг, тогда можно принять, а остальных лучше не принимать. Ну а я принимаю всех, потому что я транслирую, и мне могут с трансляцией добавляться люди для того, чтобы поиграть вместе или там пообщаться. И я принимаю всех. Но когда я добавляю человека, я всегда приписываю ему, если я не знаю, кто это, если вот прямо сейчас на трансляции кто-то добавляется, то тогда, в принципе, все нормально. А если потом уже после, после эфира там кто-то добавляется, тогда я же не знаю, кто это. Я всегда добавляю ник. Можно либо через список друзей, или со страницы Steam, или через такое окошко добавить ник. Я всегда пишу, что к человеку, которого я не знаю, что это левый чел. Для чего это делать? Для того, чтобы, когда он вам потом напишет, вы знали, что это, это человек, которого вы не знаете. Потому что... Он может написать вам не сразу, а через неделю или через месяц. Через месяц у меня было такое, добавился человек, и только по-моему через месяц он мне написал: "Привет, друг, пошли турнир сыграем, помнишь мы уже с тобой играли как-то, и теперь я вот хочу тебя позвать на турнир, нужно, нужно только на сайте зарегаться и войти, естественно, нужно через Steam. Неужели кто-то вот ведется на это, что типа нужно ввести свои логин и пароль на каком-то сайте и типа чтобы участвовать в турнире, типа? И, и самое интересное, что если бы он мне так написал, а я не добавил бы ему ник «Левый чел», я бы, может быть, и поверил. Но так как у меня ник «Левый чел», я понимаю, что мы с ним еще ни разу не общались, и, я, и тем более я не мог с ним играть. Я такой типа «Чего? Что он несет?» И вот, поэтому эта приписка помогает. Если потом вы узнаете, ну, пообщайтесь, поймете, что это нормальный чел, тогда вы просто удаляете эту приписку, и у него свой ник возвращается. И вот так сегодня ко мне добавляется чел. По профилю видно, что это, что это левый чел. Здесь вообще все с игр не видно, ничего не видно, друзей нету. И я ему сразу пишу, пишу, пишу переписку «Левый чел». Самое интересное, что он добавляется, он пишет не сразу, не в ту же секунду. А пишет спустя там час или полчаса «Привет». Узнал? Я пишу «Нет». Он говорит, а мы с тобой играли, у меня такой ник, типа, был цифра, я такой, что? И он мне кидает картинку. Вот, и говорит, на картинке там мой ник, ты меня вспомнил? И в Стиме картинки обычно загружаются сами. То есть, если вы кому-то кидаете ссылку на картинку, она сразу автоматически загружается Стимом и отображается в Стиме. И как бы я уже попадался на такую ловку, мне кидали такую картинку, После чего я, собственно, и, и отключил загрузку картинок, и теперь у меня вместо картинок отображаются ссылки. И получается, это в картинку можно встроить вирус. Вот мы переходим на сайт VirusTotal. Здесь можно либо файл проверить, либо ссылку. Проверяем ссылку. И как видите, 11 антивирусов показывают, что это вредоносное ПО. Странно, что не все антивирусы видят это, а только лишь некоторые. Но видите, это вредоносное ПО. И он мне вот кидает такую ссылку с картинкой. И по идее должен был споймать вирус. Что этот вирус делает? Он, получается, как-то влияет на ваш модем и просто обрубает интернет вам. Ну или не на модем, а на систему. Но, короче, у вас просто обрубается интернет, и вы не можете к нему подключиться. И, и что вам поможет? Это только перезагрузка модема. У меня так было в прошлый раз, что я не делал, не помогало. Пришлось модем перезагружать. Вот. И я, я, пишу «нет». И, по идее, он ожидал не такого ответа. По идее, я должен написать «Ой, что-то случилось там, типа, с интернетом». А я пишу «нет». И он растерялся, типа, и не отвечает. Я уже сам пишу «А что ты хотел?» И он пишет «Поиграть». Я говорю «Ну давай». А он пишет «Нет, я, типа, не могу». Потому что он и не хотел играть. Его а вот другая цель. Но потом он так подумал, что... А вдруг, типа, у меня все лагануло, просто я не придал этому значения, и он мне пишет, через 4 часа ты тут, и я ставлю плюс, что да. И вот он сам, сам уже описывает, что видишь, что произошло с компьютером? Это был вирус в картинке. Ну и дальше рассказывает, что-то там рассказывает, короче, всякую ерунду. Я включаю дурочка, пишу смысл, типа. Потом он говорит, ну, отвечай мне на вопрос, я тебе сейчас придам скорость. Я такой, типа, чу, Ну, продолжайте по типа, дурачка включать. Он мне кидает еще одну картинку, но это уже нормальная картинка. Но я ее тоже не скачивал на ПК. Я ее через свой обменник закинул на сайт. И вот на этой картинке видно, что он, типа, имеет доступ к моему инвентарю. И сейчас нож собирается продать за 10 рублей. Но на самом деле это все не так. Если бы у человека был бы доступ к вашему инвентарю, он бы вам в стиме не писал. Он бы сразу просто у вас все забрал бы, да и все. А если он вам пишет, то как раз таки у него нет доступа. И он пытается таким вот способом вас как-то обмануть, чтобы вы дали ему этот доступ. Либо сами отправили, испугавшись что-то. Вот он сейчас через вирус там все, весь ваш инвентарь продаст за, за рубль. И вы чтобы ему там скинули, например, нож, и тогда он типа оставит вас в покое. Вот. Но я, я все понимаю, что это все ерунда. И, и, и такой дальше продолжает, типа... Типа дурачка включать, пишут: типа, я не понимаю, чё чё типа. Он такой, прости, еще раз. и такой, ну ты чушь пишешь? И он, <свеч> и он пишет мне то же самое, что писал. И, и спрашивает: понимаешь, я такой не-не-не, не понимаю. Ну и дальше он начинает пытаться уже объяснить мне, что типа на меня пожаловать, что он, типа, какой-то там админ, что он меня проверяет. И я, типа, должен ответить на вопрос. В итоге он понял, что у меня ничего не получилось. Мне пишет, все, ты типа все потерял. А я дальше пишу: Да ты мне ты не ответил, но он уже все удалился из друзей, потому что понял, что ничего у него не получилось. И таким вот образом пытался он меня обмануть. А другой человек, у которого бы загрузилась эта картинка, залагал бы интернет. Человек бы испугался, типа, что ничего себе. Потом бы ему скинули картинку, что уже к не... доступа получили к его... к его инвентарю, человек бы еще больше бы испугался. Ну а дальше бы человек уже был бы на эмоциях, и этот мошенник бы просто, пока человек типа в испуге на эмоциях, просто запросто бы, ну, заставил бы либо логин и пароль отдать, либо, либо на сайт какой-то залогиниться, на, на котором бы все вещи бы его пропали, либо, либо заставил бы вещи скинуть. Ну, короче, бы как-то сыграл бы на его эмоциях, обманул бы и забрал бы вещи. Так что будьте бдительны, внимательны, и если добавляете кого-то, то всегда приписывайте, что это левый чел, если вы не знаете чела, потому что он вам может написать и через месяц. А за месяц вы уже точно забудете, что это за чел. А если у вас такая приписка, то вы сразу, когда увидите такой надпись Левый чел, вы сразу же будете насторожно смотреть на весь этот диалог. И чтобы он не писал, вы уже, вы уже будете под сомнение ставить. Поэтому именно такая приписка мне всегда помогает. И в итоге, <laughs> мне даже не пришлось его удалять. По сути, когда вот мне кинуло эту картинку и написал вот это вот, можно было сразу его удалить из друзей. Но мне просто стало интересно, что, что будет дальше, типа. И, ну, к, к чему это все приведет? Как он попытается все это вот вывести? По идее, я не знаю, на что они рассчитывают. Ну по идее, да, если вирус сработал, я бы испугался, и они рассчитывают на то, что вот это вот все сработает. Так что тоже рекомендую отключить загрузку ссылок, вернее, картинок автоматическую, чтоб, чтобы у вас ничего не загружалось, потому что, как видите, и в картинках может быть вирус. Ну и, собственно, не доверять никому, потому что все пытаются. Ну не все, а те, кто добавляется, и начинают писать про какие-то турниры, про то, что нужно на какой-то сайт зайти или на какую-то ссылку перейти. Это все обман. Так что не верите и будьте бдительны. Вот. Ну, а на этом все. Всем вам. Разве что я хотел еще добавить, что я, я когда тогда мне такую картинку скинули, когда-то давно, я подумал, а ведь так реально можно попасться, и надо будет как-нибудь как об этом записать видос. И я прям ждал такого чела, ну, когда еще раз такая ситуация будет, чтобы записать видосы. Поэтому я типа развивал диалог, чтобы посмотреть, как они, как они это вот все делают. Но в итоге, я так понимаю, это не полный диалог, должно быть больше. Просто я уже так типа начал писать, что ну, что он понял, что уже ничего не получится. А себе как-то по-другому писал. Типа, да, да, там, ой, извини, там, ой, ой, что-то случилось. Хотя можно было, бы, можно было бы сыграть, типа, ты видел, что произошло? Можно было написать, ой, да, да, там залагал интернет. Что случилось? Он бы такой, вот, вирус там. Хотя, к чему эта фраза? Он рассчитывает, что кто-то ответит да, и типа он скажет, а, ну все, ты, ты попал, типа, скидывай мне все, иначе тебе там тебя все, все, все равно, типа, все забанится Ну, короче Аси ответит нет Ну, типа, нужно было написать, ой, да, лага залагала она ты кидал кого-то написать Нет, нет, а чего все лагает и, и посмотреть, что он дальше ответит Ну, короче Если еще раз такой чел придет Можно будет снять еще одну серию, но уже Попробовать подыграть ему Посмотреть, как, как он будет развивать Сценарий, что Какие уловки используют мошенники Вот ну и потом тоже это все показать. Ну а вот теперь уже точно все. Всем покедово.